Весна чувствуется и в Абаканском зоопарке. Несмотря на коронавирус и, как следствие, отсутствия посетителей, жизнь там бьет ключом. В своем инстаграме Центр живой природы похвастался прибавлением. У пары соболей появилось на свет потомство, первое в их жизни. Мама оберегает малышей и изредка выводит на прогулку. Это видео сотрудникам зоопарка удалось снять случайно. А еще в центре с приходом тепла наступила пора красивых ухаживаний. Самец павлина распускает невероятный хвост перед самкой, дожидаясь, пока она обратит на него внимание, а после сразу отворачивается, показывая ей свое безразличие. Обряд ухаживания таким образом может длиться несколько дней. Не менее впечатляющие по своей красоте танцы в эти дни устраивает и страус Николь. Удалось ли ему растопить сердце своей строптивой подруги Шерри, не сообщается.